Торговый центр «Солнечный» давно стал тем самым местом, про которое говорят, здесь проходит вся жизнь города. А потому неудивителен и повышенный интерес общественности к торговому комплексу. Наш корреспондент Лала Гасанова прогулялась по «Солнечному» и ответила на все вопросы новорингойцев в своем сюжете. Тараканы на фудкорте, дыры в полу и ведра по всему торговому центру во время дождей. Рубрика «Было-стало». Сегодня эпицентр массового скопления новорингойцев заиграл для посетителей совершенно другими красками. Новые собственники всерьез подошли к вопросу комфорта своих гостей. На данном этапе мы начинаем воплощать наши планы по перепланировке Южной галереи. Мы провели демонтажные работы. Сейчас у нас идет проектирование. Мы планируем увеличение бутиковой части Южной галереи, наверное, в 1,5-2 раза. Мы планируем размещение здесь продуктового гипермаркета, немного другого формата. Новые бренды, долгожданный всеми продуктовый маркет – это лишь малая доля того, что ждет новорингойцев в будущем. А уже сейчас радовать могут новые плитки, обновленные деформационные швы, которые не раз выступали поводом для споров у новорингойцев. Обновили парковочную зону. Словом, новые собственники делают все, чтобы изменить «Солнечный». Нет, не до неузнаваемости, но в лучшую сторону. Кровля за 4 года никто ей не занимался. Сейчас мы провели дефектовку. Будем менять и утеплитель местами, будем менять покрытие мембран. Как только, если нам это в этом сезоне удастся все это дело довести до конца, и мы увидим, что мы основную проблему устранили, мы начнем уже отделочные работы приводить в порядок, потолки. Мы занимаемся вопросами подготовки к зиме, мы к ней готовы. То есть, на данном этапе даже уже и отопление запущено и все прочее. То есть это текущая работа, которая происходит каждый день, которая происходит изо дня в день, из сезона в сезон. Ремонтные работы усиленно продолжаются в ночное время, чтобы не беспокоить посетителей днем. Они – те, для кого проводятся все работы, к слову, изменения замечают уже сейчас. Начиная с нового напольного покрытия, запущенного фонтана и заканчивая крышей здания. Надеюсь, это все будет к лучшему. Надеюсь, у нас наконец-то откроют супермаркет. Все у нас будут помещения работать, и что все было вообще у нас все хорошо. Все красиво, все хорошо. Ремонт неплохой сделан. Много магазинов. Интересно здесь. KFC, Бургер Кинг. Все, что надо. Да, все, что нужно, можно найти здесь. Кроме того, «Солнечный» перестанет быть пристанищем для прусаков. Здесь дезинсекция всего здания под особенным контролем. Усилились работы и в клининговой части. Пока гости торгового центра проводят здесь время со своими семьями, руководство и работники «Солнечного» за кулисами делают все для комфорта и безопасности своих посетителей. Лала Гасанова, Владимир Гайнзе, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.